казалось, что Данило знает текст и этой песни. Но нет. Давайте переходить к составам играющих команд. Надо признать, что авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport, ну, в общем, практически не угадало то сочетание, которое сегодня выберет на эту встречу Массимилиано Аллегри. Дело в том, что у Ювентуса недавно был матч против Удинезе. Впереди ответственнейшая поездка в Милан и матч на Сан-Сиро. И вот между этими играми помещается встреча 1/8 финала Кубка Италии против Сампдори, который идет в нижней части таблицы, который вчера уволила тренера, и поэтому казалось, итальянским журналистам, что и сейчас явно не удалось реализовать задуманную Ювентусу. Но владение продолжается. Марата отбрасывает мяч партнерам. Ругани, штрафной, Кулусевский, Локотелли отдает налево. На этом фланге остался после уголового Хуан Куадрадо. Удар низом в ближний угол, справляется Фальконе. И четвертый угловой Ювентуса в течение полутора минут мы будем наблюдать. Итак, свисток арбитра. Квадрадо, удар и гол! 1-0! Ювентус выходит вперед, пробил все-таки Хуан Квадрадо. Самый заметный, конечно же, персонаж первого тайма этой встречи. В тот угол, где находился Владимир Фальконе, может быть, был там и рикошет. В чувстве Сампдори на этом стандарте. Квадрадо разыгрывает. Кулусевский. Возвращается мяч к Хуану Квадрадо. 5 партнеров штрафной подачи. Момент у Ругани! Не забивает Даниэле. С близкого расстояния удар наносил, но попал мяч прямо во Владимира Фальконе. Ну вот, атака Сампдори, которая наконец-то может завершиться опасным ударом. Что хочет Торе Гросса от Данила? Чтобы он признался в том, что мяч в него попал. Деширио на Артура. Квадрадо. Здесь здорово. Подхватывает мяч. Справа Кулусевский, слева Марата. Кулусевский штрафной. Прострел. Здорово, Марата. Удар. И ногами выбивает мяч Владимира Фальконе. Классно разыграли. Все могут быть довольны, кроме Альваро Мараты, который не использовал Деширио. Все остальные передачи за авторством Хуана Квадрадо. Вновь на ближний угол. Александро вернул мяч Квадрадо. Подача, удар, 2-0, Даниэле Ругани, 2-0. Как и в первом тайме, оказался расторопнее игроков Сампдори в штрафной, но тогда пробил прямо в голкипера, а здесь точно в угол мяч направил. Аплодисменты Даниэле Ругани. Ювентус в первом тайме, после того, как забил Квадрадо, в течение минуты смог еще раз отличиться. Марата. И здесь похожая ситуация. Марата бьет в ближний угол. И вновь угловой. Просто страшный сон. Бить дяди вратаря Сампдори. Он также отличился. 23-0. Это, видимо, Габьедини вместо Торре Гросса. Удар Конти! 2-1! 2-1! Сампдория первым же попаданием в створ забивает крайний защитник Андреа Конти. Хоть и дотянулся до мяча Матье Перин, но смог его перевести только лишь в штангу, от которой мяч заскакивает в сетку ворот Матье Перин. Прозевали момент. Удар 3-1. Пауло Дибала. 4 минуты потребовалось ему для того, чтобы отличиться. Но этот гол, конечно же, привезла сама себе Сампдория. Владимир Фальконе делал передачу на защитника. Сейчас на повторе убедимся в том, был ли это Джан Джакомо Маньяни или кто-то еще. Он отвернулся, не увидел передачу от вратаря. Как и подобает одному из главных креативщиков команды. Здесь тоже здорово разыграно. Квадрадо. Квадрадо пытается убежать от Ауджело. Входит в штрафную. Бьет. И Владимир Фальконе. Конечно, колоссальное влияние имеет на игровой портрет Ювентуса в наиболее важных матчах. Лини, Дибала, Бентанкур. Окей. Пробрасывает мяч дальше. Падает штрафной. Кстати, похож на пенальти. Он назначен. Разбегается Альваро Марата, бьет и 4-1. Засчитано.
громит Ювентус Сампдорию. Кстати, подтверждаем статистику. 7 побед подряд Дуру. Дибала. Дибала. Красивый финт. Все штрафной. Удар в ближний угол. Ну вот, кстати, 10-й сейв Владимира Фалько. Истекает третья компенсированная минута. И звучит финальный свисток. Франческо Фурно. 4-1. Победа Ювентуса в 1/8 финала над Сампдорией. Туринская команда продолжает свой путь в этом соревновании.